Прыжок через пингвинов. Погнал, погнал, погнал. Второй прыжок. Отлично, песик. Отлично. Так, отличненько. Песик справляется, ребятки, со своим заданием. И мы продолжаем ехать на роликах дальше. Так, прыжок, песик. И опять зацепчик. Поехали. Ох, круто. Давай теперь сальту. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки, и сегодня мы будем проходить, играть Гранни Смит, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, дорогие друзья, посмотрим, что это за игра, из чего она, дорогие друзья, собственно, состоит. Так, ну что ж, мы с вами в прошлый раз уже далеко, в принципе, ребятки, зашли и дошли уже практически до города. Да, ребятки, вот в городе мы сегодня с вами и продолжим нашу замечательную, ребятки, игрушку. А будем играть, ребятки, мы псом. Догони воришку. Ой-ой-ой-ой, ребятки, я забыл прыгнуть. Да что ж такое? А куда, как бы я прыгнул бы? Я бы так высоко и не прыгнул бы. Вау, ребята, догоняем вора. Вот он, давайте догоним его. Ой-ой-ой. Ух, ребята, хорошо, что я зацепился. Ой-ой-ой, мы залетели в квартиры кому-то. Вау, да что ж творится-то? Ой-ой-ой. Давай, песик, давай, давай, ты сможешь. Давай, прыжок. Давай, пес, сальтуха. Погнал. Ох, отлично. Отлично, песик, любимый мой. Давай, давай, я знаю, ты... сможешь, давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, упал на спину, ребятки, и растерял все монеты, что у меня есть. Ну ничего, дорогие друзья, мы с вами обязательно сейчас мы пройдем этот уровень, я так думаю, и приедем как надо. Так, ребяточки, ну что ж, уровень мы прошли, правда, ребятки, ни одного яблочка не собрали. Но, тем не менее, ребятки, ничего страшного, проходим игру, ребяточки, дальше, поехали. Так, ребятки, открылся новый уровень. Давайте, собственно, с него и начнем. Давай, давай, песик, за воришкой. Пошел, пошел, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ребята, вы видели? Вы видели, как я эпично прыгнул? Давай, догоняй вора, перегнать надо вороном. Давай, яблочко, отлично, ребятки. Первое яблочко за нами. Давай, прыжок, 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 отлично. Давай, давай, еще разок. Цепляйся, цепляйся, отлично. Ох, ребята, ой-ой-ой-ой-ой. Я ударился, ребятки, об стеночку. Но ничего, мы погнали дальше, ребятки. Яблоко, конечно же, вор забрал. Ой-ой-ой, я упал на спину и растерял все монеты. Быстрее, быстрее, давай, песик. Давай, давай, косточкой своей быстрее. Давай, а, это бассейн, вода. Я думаю, что оно так-то плохо едет там. Давай, давай, быстрее. Да все, я уже опоздал. Уже воришка приехал первый, наверное, давно. Уже воришка, наверное, на финише, а ты, песик, все до сих пор едешь. Да, ребятки, ну ничего, ребятки, уровень все равно пройден. Он считается пройденным, ребятки, и открылся у нас следующий уровень. Ребяточки, и погнали. Так, сальто. Ой-ой-ой-ой, давайте заново возьмем, потому что я упал, ребятки, на спину. Давай, поехал, 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 поехал. Быстрее, быстрее, песик. Я знаю, ты сможешь. Так, ребятки, тут где-то сейчас будет яблочко, надо... Да что ж такое, а? Давай обгонять, давай, а, все, яблоко забрал вор. Так, ребятки, надо обогнать его. Давай, ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, а, песик бедненький мой. Что-то страдает, ребятки, падает постоянно на спину и никак не может добраться до финиша. Бабуля вроде бы, ребятки, ездила намного быстрее и прикольнее. Ну ничего, ребятки, мы все равно продолжаем нашу замечательную игрушку и... Как всегда, двигаемся, ребятки, в будущее. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли с легкостью эту игрушку, ребятки. И открыли еще один уровень. Быстрее давай, пес, поехал. Так, ребятки, сальто. Так, сейчас где-то тут яблоко надо будет взять, ребята. Прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой, отличненько. Вы видели, как я... Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, как я упал через стены. Ну ничего, мы монетки-то соберем, которые растеряли. Ого, ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы видели, я разбился, я просто-напросто разбился, и мне предлагают выбрать заново уровень, что мы, в принципе, с вами и сделаем, ребятки. Так, ну что ж, вроде бы пока все отлично. Ой-ой-ой-ой, да что ж такое, вы видели, как я затканул, давай быстрее, давай быстрее, едь, там уже яблоки, он... Воришка, все яблоки спер, пока ты тут будешь ехать 3 часа.
Ой-ой-ой, давай, серьезный. Да, как так-то я мог опять упасть, ребятки? Так, прыжок, 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 отлично. Поехал, поехал, поехал. Сальто, сальто, так, цепляемся. Цепляемся, не забываем, отлично. Так, отпускаемся. Поехали, яблоко, яблоко. Ой-ой-ой, воришка первый его поднял. Ну ничего, давай, песик, я в тебя верю. Я в тебя верю, ты должен первый это сделать. Давай, давай. Да что ж ты опять падаешь на асфальт, а? Я даже не знаю, как мне, ребятки, пройти этот уровень. Реально сложно. О, ребята, вы слышали, как песик завыл, бедняга? И яблоко воришка забрал опять. Да что ж ты будешь делать, а? Поехал, 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 поехал. Сальтуха. Ох, ребята, отличненько. Вот что надо было, ребятки, здесь сделать. Ой-ой-ой, поезд, ребята. О, в вагоне мы яблочко нашли. Круто. Так, ребятки, нам осталось одно яблочко еще где-то найти, наверное. Ох, ребятки, вы видели, какая гора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, не взяли яблоко. Да что ж ты будешь делать? Но ничего, ребятки, но приехали первыми все-таки на финиш. И это уже означает немало, ребят. Ну что ж, погнали. Погнали, 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 ребяточки. Так, новый уровень, и это просто круто. Скоро мы, ребятки, доберемся до зоопарка. Давай, давай, бабуля. А, нет, это же не бабуля, а пес. Я привык бабуле, ребятки, играть. А тут уже песик, оказывается. Так, через вагоны. Сальтуха, погнал, пошел, пошел, пошел. Прыжок, сальто, давай опять через вагон. Давай, прыгай, что ж ты стоишь там, быстрее догоняй его. Он же все яблоки сейчас соберет. Так, все же хорошо. Ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь, пес? Упал, ребятки, к соседям во двор. Вы видели это? Так, давай, 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 едь, едь. Самое главное, ребятки, это вовремя доехать до финиша, чтобы с нами не... Да. Как так-то? О, зато я яблоко взял, ребята. Это уже, ребятки, меня немножко радует. Реально круто. Давай быстрее, песик, газу, газу, газу. Достанешь? Нет, ребятки. Опять я не достал и опять улетел я к соседям, ребятки, во двор. Ну ничего, сейчас мы с легкостью, ребятки, догоним опять этого воришку. И с легкостью, ребяточки, мы с вами пройдем игру дальше. Так, давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Ага, на вагон, оказывается, заскакивать еще надо, ребята. Вот так вот, отлично. Опять так. Как так-то? Все, ребята, все, я понял, как там надо скакать. Теперь я буду более аккуратным и более бдительным, дорогие друзья. Мы сейчас посмотрим, как я смогу там перепрыгнуть, ребятки. Вот, отличненько, я взял яблочко. Это просто круто. Это просто замечательно. Так, давайте, давайте, давайте. Все, немножко после того, как мы, ребятки, протестировали уровень, я теперь могу потихонечку, так сказать, понимать, что здесь происходит. Давай, давай, ох, отлично, ребята, вы видели, как я перескочил. А на самом деле мог бы у ребятки упасть. Давай, малыш. Давай, песик, давай, давай. Ох, хорошо, отлично, просто. Просто супер. Давай, песик, ого, я вывалил, ребятки, целую стену с кирпичами. Ух-ух-ух. Песик на роликах, ребятки, в действительности мне эта игра очень, дорогие друзья, нравится. Если вам тоже, ребятки, эта игра нравится, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, ребятки, на мой канал, и это просто будет круто. Так, прыжок на крышу, ребятки, перепрыгиваем. На вторую крышу. Ах ты, негодяй такой. Давай, поехали. Ой-ой-ой, я провалился где-то в офис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, где-то стройка, ребята, идет. Давайте, держитесь. Отлично, ребята, я взял яблоко. Давай, сальтуху. Ох, ребятки, круто. Давай, 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 сальто. И теперь, ребятки, цепляемся вот такой штукой. Ох, все круто. И теперь еще раз, наверное, надо цепляться. Вот так вот, да, потому что упадешь, ребята, ты не пройдешь. Давайте сальто вот здесь, вот через офис. Второе сальто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, не получилось у нас, конечно же, зацепчик сделать. Но, тем не менее, ребятки, у нас получилось первыми прийти к финишу. А это уже, ребятки, немало. И это, я вам хочу сказать, довольно-таки прикольно. Так, ну что ж, давайте поехали дальше, ребяточки. И здесь у нас уже, ребятки, зоопарк. Мы дошли уже до зоопарка, ребятки.
Давай, поехал, поехал, песик. Я так и думаю, что мы выиграем когда-нибудь. Давай, давай. Если бы ты еще на живот не падал, а падал на ноги, было бы вообще отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, да что же это творится-то? Ребята, вы видели, на какой скорости я упал? Я думал, я разобьюсь. А оказывается, все намного было проще. Посмотрите, как классно я, ребятки, планирую. Вау, ребята, что это было? Ребятки, я упал в болото, я упал в канализацию. Вы видели вообще это? Так, ну сальто, в принципе, как всегда, в офис попадаем. Так, ну здесь, как всегда. Ой. Ой. Фух, ребяточки. Так, давай, давай, поехал. Так, ну здесь мне вроде бы понятно. Так, а как мне там-то? А, вот здесь вот, вот так вот надо. Ох, вот это я молодец. Вы видели, ребятки, как я круто зацепился? О, яблочко взял даже. Давай сальтуху, песик, молодец. Отличненько, ребятки. И мы прошли вот первый уровень, ребятки, в зоопарке. Так, через зоопарк. У нас долина зоопарка. Поехал, поехал, поехал. Сальто. Так, воришка, куда ты погнал? Мы сейчас тебя с легкостью догоним. О, ребята, мы уже в зоопарке. Посмотрите. Вы только посмотрите, там пингвины, пингвины были. Ох, тихо, тихо, тихо. Яблочко, отлично. Так, песик, давай, давай, поехал, поехал. Набирай разгон, давай, сальто, сальто. Цепляйся, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, вот так вот, ох, ребятки, просто круто. Вы видели? Ой, куда я? Я упал в зоопарк. Ребята, посмотрите, я еду среди мартышек. Давай быстрее, быстрее, монеточки собирай свои. Да что ж такое-то? Надо перескакивать. Ой, ребята, я упал к крокодилу в бассейн прямо, вы видели? Вот это прикольно. Так, давай сальтуху, пошел. Прыжок через пингвинов. Погнал, погнал, погнал. Второй прыжок. Отлично, песик, отлично. Так, отличненько. Песик справляется, ребятки, со своим заданием. И мы продолжаем ехать на роликах дальше. Так, прыжок, песик, и опять зацепчик. Поехали. Ох, круто. Давай теперь сальту вот здесь вот. И, ай, немножко, конечно, не получилось. Я бы, если сальто не крутил, то я бы, ребятки, запрыгнул бы там. И с легкостью опять я к крокодилу, ребятки, попал на ужин. Ну, ничего, сейчас мы должны, ребятки, уже, наконец-то, я думаю, пройти это. Так, надо меньше, ребятки, сальто делать, потому что попривыкали сальто делать, я постоянно начинаю проигрывать. Так, ребятки, берем яблочко. Так, отлично. Давайте, 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 давайте. Ну, тут еще сальто можно сделать, здесь такое. Так, все. Самое главное, не забокопорить вот здесь. Давай, цепляйся. Вот так вот, отлично. Нет, 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 нет. Да что ж, опять с этими сальто. Немножко, ребятки, не получилось. А здесь как мне выскочить? Ну, реально, я же даже не знаю. Давай, опять, ребятки. Опять я не достал до той веревочки. Да что ж такое? Короче, ребят, это какое-то просто приключение смешное у нас происходит. Никак не могу достать до веревочки. Прыжок через пингвинов. Поехали, поехали. Второй прыжок через пингвинов. Отлично. Ох, собачка схватилась. Ребятки, песик мой довольно-таки крутой чувак на самом деле. Если вы еще не знали, ребята, то лайк, если вам нравится песик, дорогие друзья. Так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прыжок. Цепляемся, прыжок. Второй, цепляемся. Третий прыжок. Ребятки, цепляемся, отлично, дорогие друзья. И мы проскакиваем крокодила. Мы перескакиваем панду, ребятки. А яблочко я как-то, ребятки, и забыл, что ли, взять. Но, тем не менее, ребятки, все равно игра продолжается, дорогие друзья. И мы приходим, ребятки, к финишу и проходим, дорогие друзья, этот уровень. И это просто замечательно, это просто классно. Так, дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, подпишитесь на мой канал. Также не забываем, ребяточки, ставить колокольчик. Ребятки, если вы поставите колокольчик, таким образом вы сможете все мои новые видосики смотреть самыми первыми. Это будет просто круто. Ребятки, подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, пишем, ребятки, комментарии. Я вас всех очень люблю. А с вами, ребятки, был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, ребятки.